Я думаю, что Первый канал правильно сделал и не прогадал в том плане, что он показал сегодняшний футбол. Футбол, на мой взгляд, был очень интересен для зрителей. Лично я очень благодарен своей команде, игрокам, которые, во-первых, все отдавали силы, ну и показывали качественный футбол. Игра была совершенно равная, но я уже давно говорил, что видеоповторы, только видеоповторы могут спасти российский футбол. Ведь сегодняшняя ситуация, которая была с Адриано должен был получить желтую карточку. Это вторая желтая карточка, это удаление. Вдруг, неожиданно, эту карточку получает Баринов. За что, понять никто не может. Судья говорит, что я должен был дать две красных карточки Адриано и Тарасову. За что Тарасову, не знаю. Но если ты должен был дать, видел, дай по-честному суди. Этот матч он испортил полностью. Все, спасибо.